Молодой исполнитель Владимир продолжает покорять шоу-бизнес. На этот раз юный артист замахнулся на Голливуд. Съемки второго клипа Владимира прошли в культурной столице. Съемочный процесс в лучших традициях Голливуда полностью проходил в студии на зеленом фоне, куда позднее накладывается графика. И режиссер, и съемочная группа были удивлены работоспособностью 15-летнего мальчика, ведь для Владимира этот клип стал первой большой работой в карьере. Новое видео Владимира «Голливуд», в котором он раскрыл все секреты фабрики грез, совсем скоро смотри в эфире телеканала РУ-ТВ.